Эй, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Витосик Плей. Сегодня мы с вами продолжаем разбираться в такой странной штуке под названием жизнь. Мы сейчас с вами в Академии Блэквелл. Кратенько, в прошлых сериях, скажем так, мы с вами и на свалке побывали, где устроили прям настоящий тир, и спасли Хлою от мчащегося поезда, буквально вытащили ее из-под него. Теперь же мы с вами вернулись в Академию Блэквелл, где, судя по всему, нам предстоит разбираться и с делом нашей Кейт. Но сперва давайте все тут изучим, поговорим со всеми, например, с преподавателем. Здравствуйте. О, я как раз о тебе думала, Макс. Еще раз спасибо за участие в протесте против камер. Каждая подпись важна. Давайте про фотографию поговорим. Все не могу перестать думать об осенних пейзажах. Ах, это мое любимое время года. Мне нравится наблюдать, как наступает осень. Весь кампус будто преображается. Мистеру Джефферсону тоже нравятся эти места. Можно, конечно, спросить трубку. Ну, очевидно то, что она будет знать Джефферсона, как бы это преподавательский состав. Вам нравится искусство? А, фотоискусство? Вам нравится фотография? Даже очень. Но я уж точно не художник. Я увлечена наукой. А спорить факты нельзя. Должна признать, осень еще не совсем наступила. Конечно, обязательно. А что насчет снегопада? Что думаете насчет вчерашнего снега? Слушай, мне нужно этому занятие. Есть какое-то научное объяснение? Климат может меняться и без всяких объяснений. Хорошо. Хотя можно рассматривать ситуацию по-другому. Ну, давайте про петицию поговорим. Как там ваша компания? Ты подписала петицию. Теперь это наше общее дело. Спасибо за помощь. Многим проще писать смски, чем подписать петицию. Серьезно, мне уже пора. Так-то все пытаются отвлечь. Никто и не заметит всех этих камер на каждом шагу. Понимаю. Надеюсь, у вас выйдет оспорить установку камер в Блэквелле. Макс, с такими, как ты, мы точно с этим справимся. Простите, мисс Грант, но мне нужно идти. Ступай, Макс, еще поговорим. Очень скоро. Как будто это, знаете, намек, типа, мы в любом случае-то встретимся, подружка. Так, хорошо, с ним мы поговорили. Да. Это что у нас? Это периодическая таблица. Что-то похоже на химическую таблицу Менделеева. Хорошо, что конечно, у нас тут еще имеется? Так, там плакаты, это у нас тоже какие-то плакаты, но с ними мы не можем взаимодействовать. Хорошо. Так, а вот этот плакат давайте посмотрим. Мне нужен Мини-Орен, который бы писал за меня все тесты по химии. А ты что, лотерничать вздумала? Не-не-не, Макс, я это осуждаю. Так, давайте почитаем. Вперед в будущее. Академия Блэквелл верит, что будущее поколение мечтателей должны знать как науку, так и искусство, чтобы развить свои таланты и знания. Наш факультет и учебный план – одни из самых разнообразных в мире. Ваше будущее начинается здесь. Хороший лозунг. Хорош. Хорошо. Так, идем дальше. Куча всякого. Тут непонятного чего-то. Я не знаю, можно это посмотреть? Это так, это мы не можем посмотреть, это тоже, хорошо. Уоррен, опа, дружочек ты наш, пирожочек, привет. Так, погоди, серьезно, давай-ка на комбус посмотрим, да? Принеси мне мозг, Игорь. Чего? Ну, ладно, какой там еще Игорь. Давайте хорошо. Поговорим с нашим дружочком, пирожочком. Привет, Уоррен. Все хорошо? Ты как будто запутался в своих же мыслях. Серебряный молоток Максвелла, хорошо. А ты вовремя? Мне нужна помощь с одним экспериментом. Раз ты просишь меня о помощи, значит ты в жопе. Мне нужно добавить либо калий, либо натрий. Решать вам, доктор Макс. Да пофиг, давайте натрий, что ли. Мне кажется, что... Погнатрий. Обязательно. Погнатрий? Боже, ну у тебя и шутки. Ну, как Макс скажет. Нужно занятие проводить. Натрий так натрий. Ну хорошо, добавляй свой натрий, как мы и сказали. Хорошо. Так, все, поговорить я мы с ним сделаю. Больше не можем, да? Ну идем дальше тогда. Блин, ничего, никак. Я понимаю. Да ладно, слушай, дружочек, все у тебя получится. Ты не слышишь, как тучу уже, блядь? Распят, наверное. Так, а что у нас тут еще имеется? Ну, в принципе, все. Наверное, мы уже серьезно, с вами все тут поизучали. Там наш Джефферсон болтает с кем-то мило очень по телефону.
В принципе, неважно, здесь мы лично не будем с кем он там болтает, так с Брук. Вроде бы мы уже разговаривали. И снова мы встретились. Это правда, Макс. Так, эксперимент Уоррен. Давайте, ну, про эксперимент спросим. А ты не могла бы помочь нам с экспериментами над калием? Никак не могу помочь. Я спец по роботехнике, не по химии. Да. Мерные стаканы не вызывают у меня симпатии. Ненавижу так уходить, но... Не буду тебе мешать. До встречи. Ну, хорошо, конечно, значит, это класс и техники, и химии, я так понимаю. Хорошо. Так, слушай, что у нас в этой части? Пойти мы можем? Можем, да, спасибо. Шкафчики какие-то. Хорошо. Так, ну с ними, опять же, мы не можем взаимодействовать. А вот скелет. Давайте посмотрим. Почему не использовать настоящий скелет? Я понимаю. Это логично. Не знаю. Не знаю, Макс, что тебе даже на это ответить. Знаете что? А давайте еще попробуем. Мы же не спросили все там. И снова мы встретились. Серьезно? Это правда, Макс? Да. Вот теперь про урон. У Уоррена спросим. А я помогаю Уоррену с его новым экспериментом. Оу, ну, видимо, ему нужен ассистент-новичок, чтобы он себя комфортно чувствовал. Но ты все равно пришла его выручать. Ты понимаешь, ты можешь наконец бросить трубку? В этом вся я, потому что, ну, очевидно, блин, мы всем пытаемся всегда помочь. Видимо, в этом вся я. Ну, а на таких экспертов, как я, Уоррен просто не обращает внимания. Даже ни одного совета не попросил. Ага. Ненавижу так уходить, но... Не буду тебе мешать. До встречи. Друзья, ну все мы прекрасно понимаем, почему именно нас так ждет Уоррен. Ну, в принципе, мы ему чем-то, надеюсь, да помогли. Вот. Ну, в классе мы вроде бы все осмотрели, да? Хорошо. Давайте еще раз повернемся и посмотрим. Там мы были. Ну, как бы все. Все, по идее. Надеюсь, я ничего такого не упустил важного. Так, Джефферсон у нас тут по телефону разговаривает. Можно тут что-нибудь осмотреть? А, тут дальше вход куда-то на лестницу. Но туда мы с вами попасть не можем пока что. Да, разговаривай, слушай, друг, мы тебе не помешаем, можешь весь урок разговаривать. Я как бы не против. Ну да, я пока что тут побегаю, погуляю, осмотрюсь. Так, шкафчик, интересно. Давайте откроем. Опа. Фотографии, интересно, и кто же на них? Даже что-то не похоже на знакомых лиц. Ну, хорошо. Так, у нас тут... Еще один наш дружочек. Сорняшка Максвелл, поговорим позже, окей? Да не вопрос. Ладно, хорошо. Позже так позже. Так, а у нас... Так, что у нас? Тут шкафчики мы не можем открыть. Хорошо. Это что? Это класс какой-то. А, мы здесь были уже. Я понимаю. Мы здесь были, поэтому возвращаемся обратно. Да, вот там наш класс. Так, идем вперед. Бежим. Джульет. Серьезно? Мы не можем с ней поговорить? Так и ластится к Закаре. Да, ну, поговорим, очевидно, поговорим, блин, позже. Понятно все так. Поговорим позже, хорошо. Мне нужно идти. Так, ладно. Посмотрите, еще немного и они тут прям засосут друг друга. Чисто... Хорошо. Ой, вот так. Люк! Люк использует свой телефон как средство защиты от других людей. А, типа, я представляю, как он будет драться телефоном. Прям, Джеки Чан. Так, с этим дружочком мы уже поговорили. С ним тоже вроде бы, да, с Тревором. Тревор осматривает свои владения. Хорошо, пускай осматривает, не будем ему мешать. А это кто? Это Закари. Ну, с ним мы вроде бы разговаривали. Здоров, Макс. Странно тебя видеть без камеры. Я могу делать фотографии и своими глазами. Я понимаю. Не сомневаюсь. Только не рассказывай всем об этой херне с смс-ками и Викторией. Ну хорошо, давайте мы сохраним это все-таки в секрете. Серьезно, не буду. Мне уже пора. Виктории только это и надо. Мы не болтливые. Да. Ей нравится устраивать все эти драмы. Даже во вред себе. Позже. Странно. А ведь ей незачем это делать. Вот этого я и не понимаю. Она красивая, богатая, талантливая. И что, мало? Ну ладно, увидимся на игре в пятницу, Макс. Да не вопрос, увидимся, так увидимся. А, это, короче, трофей, он же Закари из какой-то там спортивной команды. Давайте посмотрим. Блэквелли очень серьезно относится к плаванию. Но выдры и правда милые.
Вперед, выдры! Ха-ха-ха, выдры, хорош! Можно многое узнать о школе, просто взглянув на расклеенные здесь плакаты. А давайте мы с вами узнаем. А почему бы и нет? Величайший певец из Орегона ищет величайшего гитариста. Это я, если что. Это я, да. Меня ищут. Ладно, шучу. Так, величайший певец из Орегона ищет величайшего гитариста для создания чумовой группы, которая снесет башню всему миру. Источники вдохновения. Ой, честно, я не буду что-то... Ну, Битлз тут есть, вижу. Мой английский настолько плох, что... Мне стыдно просто читать вот эти все английские словечки, поэтому, друзья, кому нужно, пожалуйста, ставим на паузу и изучаем. Так, тут у нас контакты для связи, Стив Хэкни. Никаких звонков до 16:00 и после 18:35 по будням. Грустно, одиноко, плохо. Приходите помолиться со своими сверстниками. Изучение Библии по воскресеньям в полдень в библиотеке Аркадии Бэй. Мы будем рады представителям всех религий. Будьте счастливы. Как позитивно. Очень даже нормальненько. Хорошо, когда есть позитив. У нас тут снова объявление. Может быть, и ты задолжала, Фрэнку. Хорошо. Кстати, все возможно, друзья, все возможно. И браслет у него откуда-то там взялся, непонятно откуда. Типа, ну, ладно, хорошо. Так, ну, с ним уже разговаривали, с этим ректором. Вообще, бесполезно, о чем с ним бы, либо разговаривать, он, типа, не знаю. Так, это что у нас, это туалет? Это мужской туалет, мы с вами туда попасть не можем. Хорошо, а в женский попадем? И уж женские нас не пускают. Ну, ладно. Что так, что у нас там дальше? Ну, вот какие-то двери, и войти мы с вами туда не можем. Так, значит, идем дальше. По-моему, мы с этим чувачком еще не разговаривали. И не поговорим. Джастин всегда выглядит накуренным. Да. Че, братиш? Да, Джастин. А это, видимо, его подружка. Так, конечно, ну, мы с ней никак контактировать не можем, поэтому бог с ними. Слушай, вот. Ну, вроде бы как все мы с вами осмотрели, баннер тоже видели, поэтому самое время, хорошо, мне кажется, направляться в класс. Хотя, погодите, тут у нас вроде бы какая-то смс-ка была, давайте попробуем посмотреть. Уоррен что-то нам печатает. Так, эй, девчонка, я сейчас сижу в лаборатории научной фантастики, и я не котик Шреддингера. Сейчас зайду. прошу прощения. так, ну, мы уже с вами, в принципе, там бывали. Было дело. Поэтому возвращаемся обратно. И идем в класс. А то, блин, Джефферсон там сейчас разволнуется. Так, это Тревор, все. Здесь мы поговорили. Хотя мы куда-то еще с вами не заглядывали. Так, это плакат. Давайте посмотрим на плакат. Наверняка эти плакаты помогли измениться многим хулиганам. А что это за плакаты? Можно почитать? Сейчас с тобой говорить. Ты понимаешь, ну, типа нет. Он уже бросает трубку полчаса просто. Ну ладно, дружочек, выясняет им свои отношения. Так, тут закрыто. И все. Ну блин, где-то же еще был вход куда-то. Может сюда? А, это, типа, наверное, та же самая аудитория. Класс, вернее. Ну, да, мисс Грант, мы там были. Мы беседовали конечно, с ним. Обязательно. И с Уорреном. Идем дальше. Значит, возвращаемся слушай, мы в класс. Нужно занятия проводить. Мне и правда нужно так. Идти. Стелла. Привет, подружечка. Стелла держится подальше. Мода. Ну, Дана, в принципе, и правильно делает, как, по-моему. Так, это у нас плакат. Очередной. У меня пришло время, чтобы сдать фото на конкурс. Как я да и черт с ним, плевать на этот конкурс. Есть, по-моему, есть куда важнее дела. Так. Серьезно, мне уже пора. Это девчонки наши. Давайте поговорим с художником. Привет, Дэниел. Все жду нарисовать Дану после того, как Хайден уже угомонится. Потому что я не могу прямо сейчас с тобой говорить. Хорошо. Видимо, не будем мы ему мешать. Давайте рисунок посмотрим. Хорошо. Набросок Даны выглядит просто потрясающе. Дэниел талантлив. Честно сказать, я примерно так же рисую. Ну, чуть-чуть похуже. Поэтому, Макс, я не знаю, что ты в этом такого разглядела.
А, так, Дана позирует. Хорошо. Это мы с вами посмотрели. Кто-то, кто у нас там еще? А, это вот Алиса, это наша в стране, блин, чудес. Да. Фото. Неужели мы ее сейчас фоткать будем? Обязательно. Улыбочку. Так, ну хорошо, фотку мы сделали. Только зачем? Вопрос. Ну, теперь давайте поговорим. Не сейчас, я тут типа дзен постигаю. Хорошо. А типа че? Ладно, хорошо. Как бы стоя у окна постигать дзен, ну ладно, дело твое. Камера. Я так понимаю, это камера Джефферсона, да? Давай посмотрим. Обязательно все тут изучим. Мистер Джефферсон с этим монстром дурака не валяет. Наверное, отвалил 20 кусков за эту камеру. Должно быть, получаются точные цифровые снимки. Но все же моя... Отсюда Аркадий Бэй выглядит просто великолепно. А вот тут тот самый маяк из наших кошмаров. Потому что я не могу прямо сейчас... Так, а теперь у нас тут еще фотографии есть. Так, немножечко неудобно мы с вами стали. Хорошо, давайте посмотрим. Даже на фотографии здешний лес выглядит так таинственно. То же самое, очень знакомо. Где мы с вами уже и бывали. Не мудрено, что это знакомо. Так, тут у нас телек, стало. Стало вообще какой-то упоротый, если честно, еще. А, она тут рассматривает эти рисуночки, там всякие фотографии. Упоролась. Конечно, ладно, не будем и ей мешать. Так, у нас тут еще есть Хейден. Я сейчас занят, Макс. Ну, а, не вопрос, хорошо. Занят, так занят, отвлекать не будем. Да, она, здорово, подружечка. Нет времени на болтовню, Макс. Я тут позирую. Ты чё, охренела, что ли? Слышь, ты, кобыла, бля, казанов. Ну-ка, поговори с нами, быстро. Нет времени на болтовню, Макс. Я тут позирую. Ах ты, сучка, значит, как спасать тебя? Так, пожалуйста, блин, Макс, первая. А как чуть что, все, вали отсюда. Ну, ладно, ладно, я тебе это припомню. Хорошо. Так, я Виктория. Уверен, давайте с Викторией поговорим. А вот и загадочная Макс. Потому что явилась под видом мелкого хипстера. Можно как все эти остальные художнички. Хорошо. Ах, как обидно. Мяу! Выпускайте коготки. Обожаю смотреть, как чики дерутся. Ага. Теперь мне можно сесть за свой стол? Да. Макс думала, что мы станем друзьями. Ебать. Ха-ха. Опять выпендриваться начинаешь. Турки. А, хорошо, значит, они, видимо, заодно. Возможно, Макс... О, не Макс, а Виктория с этим придурком. Отпрыском. Интересное кино получается. Так что, мы рисовать будем? Ну, чем мы займемся? Ага. Кейт. Блин, кто она пошла? Зачем Дэвид фотографирует Кейт? Это же неправильно. И странно. Ну, тут не знаю, честно. Может быть и странно, но, возможно, у него есть свои какие-то основания для этого. Ладно, с этим позже разберемся, что у нас тут. Листочек какой-то, ручка. А можно с чем-то повзаимодействовать? Как жизнь, Макс? Эй, Уоррен. Я сейчас тут Кейт видел. Мужчина. Кейт за последнее время досталась. Я не знал, что сказать. Да, она тоже молчала. Ладно, я понимаю, что вы меня любите, но если это не ваш класс, проваливайте. Остальных прошу присаживаться. Сегодня нам предстоит много работы, а времени, как всегда, не хватает. Ну что ж, вижу все те же лица. Кто-нибудь видел Кейт Марш? Думаю, все уже видели Кейт Марш. Ей нехорошо. Похоже, что у вас у всех на уме то вирусное вид. Круто, что Джефферсон опубликовал свою книгу о работе фотографа. Давайте почитаем. Захват изображения Марка Джефферсон. Ну, хорошо. Быть может, это связано со студентом? Так, от дневничок. Или же давайте другом. Нарисуем что-нибудь. Интересно, что-нибудь. Как бы вы себя чувствовали, если бы оказались на месте того, над кем все смеются? Так, нам смс-ку. Стопудово эти Кейт написала. Что-то осуждать, чтобы они не обращали внимания можем посмотреть? На себя. Давайте посмотрим. За это мы можем... А нет, Хлоя. Так, ну вроде бы все, закончили печатать. А, так, маман тебя накормит. Так, это все было. Макс, лучше бы ты в него пулю всадила, а не отдавала пистолет. Нет, от этого лучше не стало бы ни тебе, ни мне.
А отмотать уже не получится, да? А я, кажется, говорил, что я не собираюсь менять свое решение. Я не хочу брать кровь на свои руки. Типа, хотя, возможно, я в будущем потом об этом пожалею, но пока что все именно так. Мы с вами возвращаемся обратно. Ой, господи. И снова-снова нужно нам... Можем отчасти поблагодарить реалити. Ага. Все, хорошо, мы с вами вернулись обратно, так. Себя за участие. Ах да, кстати, об участии. Это чего за дедок сидит на горшке? Давайте почитаем, что тут написано. Господи, я не могу, что это за дедушка? Чего вылупился? Ну, правильно, ну, слушайте, сидишь ты такой в туалете себе там на заседании, тут заходит какой-то мудак и просто пялится вот на тебя, и ты такой, типа, чё ты вылупился? Хорошо, не есть будем пялиться, личности, не будем мешать справлять нужду. Например, дедушке. Так, книга. Не вот это же самое. Круто, что Джефферсон опубликовал свою книгу о работе фотографа. Эш, мы уже видели. Я уверен, вы читали задание, словно это Гарри Поттер. Так что вы должны знать, что сегодня мы изучаем светотень. Это прекрасное Видимо, слово. Кейт пропустила этот контраст это между светом и тьмой. Я волнуюсь за неё. Именно это и придает фотографии случилось, возможно. Визуальную силу. Это словно инь и янь. Черно-белые фотографии так выразительны благодаря своему контрасту. Хоть мы и не видим мир всего лишь в двух цветах. Йоу, там какой-то пиздец творится у женской общаги. Закари, никогда больше не врывайся в мой класс. Да ты охренел. Послушайте. Всем оставаться на местах. Свободны. Очевидно было, что его никто не послушает, типа, если там в натуре что-то такое вот жесткое происходит, ну все, все ломанутся туда. Типа, пошел ты нафиг, Джефферсон. Вот, я надеюсь, что мы там же, в принципе, будем. Что мы там же сейчас окажемся. Блин, только бы скейт, чего хреново там не произошло. Чё-то вот чуйка у меня такая очень нехорошая, друзья. Так. Это что, правда? Да она совсем ёбнулась. Я и не думала, что у неё всё так плохо. Ну и что, пойдём, да пошли. Да быстрее пойдём смотреть, давай. Макс, пошевелись. Это кто там? Чего? Мать твою! Нельзя дать, нельзя. А, блядь! Ну как так-то? Блядь! Кейт, что ты делаешь? Ебать! Ой, жесть! Кровь пошла, нам теперь... Нет! Блядь, ну сколько это будет повторяться? Я не смогу отматывать время снова и снова. Давайте что-нибудь попробуем сделать, не знаю, там... Хотя вот-вот мы сами сейчас шлёпнемся без сознания. Что? Время остановилось. Так. Не останавливайся, Макс. Ты давай, Макс. Сможешь. Давай, сможешь. Детка, давай. Давай, ты сможешь. Ты сильная, давай же, надо спасти ее. Давай, да эти птицы гребаные, пошли вы отсюда. Твой мать твою ж. Как-то нам обойти тут надо. Так, хорошо, идем левее, значит, берем. Мать твою, да какого хера ты творишь вообще, блин? Кей, ты че? Хотя ее понять можно. Такой пиздец, конечно, это видео... Всей этой ситуации ее просто до канала. Так, входим, подняться на крышу. Хоть бы успеть, хоть бы успеть. Так. И что дальше? Подруга, блядь, не вздумай, только не вздумай. Стой на месте. Тихо. Так, у нас кровь прошла. Твою ж! Что ты тут делаешь, Макс? Стой! Не подходи ко мне! Только не это! Не получается!
Моя сила куда-то пропала. Неужели теперь все зависит только от меня? Макс, серьезно, не подходи. Я спрыгну. Ладно, ладно. Я стою. Кейт, пожалуйста. Макс, я знаю, что ты хочешь мне помочь. Спасибо, что заступилась за меня, но это уже не важно. Все уже не важно. Да, ты важна нам. И не только мне. Хотелось бы в это верить. Кейт, твоя жизнь в твоих руках. И мы справимся, если будем вместе. Позволь мне помочь. Хватит мне врать. Игнорирование моего звонка – это, по-твоему, помощь? Ай, ошибся я тогда, ошибся. Все-таки неверный выбор сделал. Так, звук был отключен, телефон. Я была с Хлоей, думала, что это был Уоррен. Ну, не знаю. Давайте про Хлою мы не будем говорить. Блин, в то же время мы со... Короче, нет, все-таки скажем правду. Давайте, будем честны. Я была с Хлоей, и у нее были очень серьезные проблемы. Прости меня. Что ж, уверена, ее проблемы серьезнее моих. Так зачем обо мне волноваться? Да ёбнутая, стой на месте! Нет, это не так. И я здесь с тобой. Кейт, прошу, поверь мне. Не оставляй меня, ладно? Я помогу тебе. Я знаю, что смогу. Утром в душевой я стерла ссылку к этому видео. Она была написана на зеркале. Выдумки. Как мне доверять тебе? А что насчет утра, когда мне нужна была помощь, а ты сказала ничего не делать? Я ищу доказательства. Да, мы будем искать доказательства, потому что без них мы ничего не сделаем. Кейт, я ищу доказательства, что Нейтан накачал тебя. И что ты не единственная. Ты просто должна мне с этим помочь. Нейтан Брэдкотт? Да, это логично. Он тот еще ублюдок. У тебя есть доказательства? Будут. Потом сразу в полицию. Мы будто избавляем Блэквелл от плохого. Я и правда могу положиться на тебя, Макс. Это единственный раз, когда мне не было плохо за неделю. Хорошо. Нам всем нужна поддержка друг друга. Так что спускайся ко мне, пожалуйста. Прошу. Тебе ведь это не нужно. Макс, моя жизнь сплошной кошмар, от которого я никак не могу проснуться. Но если я заставлю себя заснуть... Все тогда смогут постить у себя фото моего тела. Все равно весь интернет меня уже знает. Неудивительно, что его называют паутиной. Оттуда ничего нельзя убрать. Видео со мной, например. Жаль, нельзя отмотать время назад. Не опускать руки. Ну не надо сдаваться. Есть в любом случае Кейт, какой-то это выход. Это наш единственный шанс. Победить тех, кто издевался над нами. А мы правда сможем, Макс? Я уже не верю в чудеса. А я верю. И ты одна из причин. И если ты спустишься, то я все тебе расскажу. Ты хороший человек, Макс. Даже несмотря на твои странности. Но ради тебя я спущусь. Ты моя подруга. Навсегда. Теперь обнимемся. Нет. Никому нет до меня дела. Никому. Да... А как же твоя мама, Кейт? Что с ней будет? Подумай ты о матери. Ей плевать на это видео. Она любит тебя. Ты не знаешь мою мать вообще. Она уже думает, что сатана зарезервировал мне место в аду. Проверим это. Нет, 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 нет! Нет! Ты сука! Блять! Я же всеми силами старался. Блять, ну как так-то? Сука. Блять, аж, сука. Ай, сука, я опять, блядь, чуть не заплакал. Блять, все равно есть маленькая надежда, что она выжила. Блять, хотя с такой-то высоты падать. Сука, ну зачем? Блять. Блять, я не хочу, чтобы она умирала, не хочу. Я сука, знаю, я... что вам неприятно это обсуждать. Но мы должны выяснить, что сподвигло Кейт Марш на такой отчаянный поступок. Офицер Берри будет делать записи для официального расследования. Я уверен, что вы пойдете на сотрудничество. Такая трагедия. Но всему должна быть своя причина.
Нам нужно выяснить, что сподвигло Кейт Марш на такой ужасный поступок. А как будто, блядь, ты не знаешь. Я серьезно отношусь к своим обязанностям. Я забочусь о благополучии каждого ученика. То, что произошло сегодня, не должно случиться вновь. Мистер Мэтсон, именно вам должно быть известно, что двери на крышу должны быть заперты. Это стандартная процедура. Странно, что в этот раз они были открыты. Мистер Джефферсон, я понимаю, вы не можете знать, чем занимаются ваши ученики. Но Кейт помогала вам на ваших уроках. Вы должны были хоть что-нибудь заметить. Мистер Прескотт, так как вы организуете вечеринки клуба «Циклон», и поскольку Кейт посещала вашу последнюю вечеринку, вам придется ответить на пару вопросов. Мисс Колфилд, почему вы были на крыше вместе с Кейт Марш? Вы знали ее планы? Она что-то сказала? Прошу, расскажите нам все. Да пошел ты нахуй, ублюдок, это все из-за тебя. Если бы ты не был равнодушен ко всей этой хуйне просто, ты просто боишься потерять свою, под своей жопой, черной жопой потерять место, потому что эти Прескотт, они же влиятельные, сука, ублюдки, понимаешь, и ты этого боишься, блядь, ты сцекло тупое, урод, блядь, ненавижу тебя. Ох, так, тем не менее, нам нужно сделать какой-то выбор. Успокоимся. Так, Дэвид давил на нее. Не стоит, я думаю, об этом говорить. Нейтан накачал ее, и Джефферсон довел ее до слез. Блин, вот никакой из этих вариантов, честно, мне не подходит. То есть, что-то про Дэвида сказать? Не знаю. Доказательств, опять же, как и против Нейтана, нету. Джефферсон, блять, и в помине даже такого не было, чтобы он как-то довел ее до чего-то. Хотя, ну, был там, конечно, какой-то разговор, но я не думаю, что как-то... Хотя все в данной ситуации, все, что не происходило бы, с кем бы Кейт не разговаривала, это просто лишний груз еще дополнительный на ее бедную душу, блин. Ой. Тем не менее, выбор нам нужно сделать. Давайте про этого ублюдка расскажем. Я знаю одно. Кейт была на вечеринке, и Нейтан накачал ее. Она потеряла рассудок и стала целоваться с мальчиками, сама того не осознавая. Я накачал ее? Что за бред? Да ты вообще видела тот ролик? Неважно. Кейт перебрала и отрывалась на танцполе. Ты же сказал Кейт, что отвезешь ее в больницу. Я сказал, что собираюсь отвезти ее в больницу. В итоге она протрезвела. Чушь! С ней что-то случилось, и ты это знаешь. А может, поговорим о том, как ты притащил пушку в туалет? Это же полнейшая ложь. Я могу подать иск на вас и всю вашу школу. У меня уже есть адвокат. Погоди, Макс. Ты сказала мне вчера, что ничего не случилось. Ты все это выдумываешь? Как я могу верить тебе? Вы не можете. Она курит и продает дурь, а не спасает жизни. Нет, неправда. Это не имеет отношения к Кейт Марш. Мне нужно провести расследование, чтобы выяснить правду. Поэтому, Макс, я обязан связаться с твоими родителями и отстранить тебя от учебы. Извините. Мне кажется, что Нейтану и Макс не помешал бы отдых перед допросом. Погибла сокурсница и хороший друг. Не нужно им сейчас об этом говорить. Ну да, я вроде сейчас сильно расстроен. Хотел бы побыть с родными. Хорошо, мисс Колфилд. Пожалуйста, подпишите это, чтобы подтвердить ваши сведения. Продолжу это расследование отсюда. Голова просто раскалывается. Но я думаю, что смогу использовать силу снова. Давайте заявление подпишем. Итак, я думаю, теперь нам известно еще меньше. Мы будем помогать полиции в дальнейшем расследовании. Я знаю, что сегодня был напряженный день. Хотел бы я иметь силу изменить все в лучшую сторону. Спасибо, что пришли. Да ничего ты не хочешь, лысая гнида. Ой, друзья, получается так, что все обернулось против нас. И Мэтсон этот как-то, знаете,
Он же говорил, что не хочет ни с кем ругаться, а теперь прям при всех заявляет об этой травке. Ну, типа, блин, зачем ты так делаешь, мужик, эй? Ну, типа, не знаю. Ой, как-то, не знаю. Я не могу поверить, это не могло произойти на самом деле. Думала, что и правда смогу спасти ее, как настоящий супергерой. Успокойся, Макс, тут не твои вины. Кейт сама выбрала этот путь, не ты. Я протянула руку. Хватит, ты была единственной, кто бросился на крышу. Единственный, кому было не наплевать. Конечно, это офигеть какая разница. Может, если бы людям было не все равно. Люди, которые лучше меня. Ты тут самая лучшая. Уоррен, я облажалась. Это ничего не меняет. Уоррен, я знаю, это прозвучит странно, но в Блэквилле происходит что-то ужасное. Сегодняшний день доказывает. И я пытаюсь найти доказательство, что Кейт Марш и Рэйчел Эмбер связаны вместе с Нейтаном и мистером Мэдсоном. Я не шарю в теории заговора, но тоже вижу что-то неладное. Нейтан напугал меня вчера, и Мэдсон полный отморозок. Так что, как думаешь, что происходит на самом деле? Какого черта? Что? Погода под стать этому странному дню. Холодает. Сегодня же не должно быть затмения. Я бы знал об этом. Точно. Да, по-моему, сейчас самое время как раз обнять. Я верю в тебя. Я верю тебе, Уоррен. После сегодня... Все, что сегодня произошло, я готова поверить. Друзья, к сожалению, Кейт спасти не удалось. Она погибла, она разбилась и умерла. К большому сожалению. Честно, мне очень тяжело как-то об этом говорить. Я не знаю, как-то близко все воспринимаю к сердцу. Я все еще считаю, что Кейт была хорошей девушкой и действительно нужна была помощь. Она попала в максимально неприятную ситуацию, максимально гадкую. В принципе, с Прескотами мы еще разберемся с вами. Ну а Кейт же земля пухом, светлая память. Честно, у меня даже еще влажные немного глаза. Да, мужчины тоже плачут. И такое бывает. Тем не менее, друзья, эпизод мы с вами закончили. В следующем эпизоде мы с вами будем обязательно разбираться во всей этой ситуации, будем искать доказательства. Возможно, мы свяжем все-таки два вот этих вот события. Первое событие, которое произошло с пропажей Рэйчел и самоубийством Кейт. Мы найдем обязательно виновников. Кто именно, честно, я сейчас, наверное, прям вот на 200% утверждать не буду. Больше всего, конечно, Прескотт-младший у меня попадает под подозрение. Я почти уверен в том, что он 100% будет вот виновен. В принципе, тут очень-очень многое против него все указывает. Но, опять же, это то, что на него указывает, это не железобетонные доказательства, не железные факты. О Виктории пока ничего особо говорить также не хочется, как и, в принципе, вдаваться в какие-то теории. Поэтому будем проходить дальше, будем играть, и там все будет видно. Вот. Судя по трейлеру, мы с вами будем вести это расследование вместе с Хлоей. Честно, я очень надеюсь, что наша девочка поумнеет и отнесется к этому более серьезно. То есть не будет вот этих вот девчачьих игр. Вот. Поэтому будем вместе с ней вести это расследование. Там же, кстати, вроде бы кто-то нас застукал. Я так понимаю, это, скорее всего, тот человек, который во всем в этом виновен. И он очень уж не захочет, понятное дело, чтобы вся правда вскрылась.
Кто именно, опять же, не хочу там вдаваться в какие-то теории. Просто давайте будем играть и смотреть дальше. Что ж, друзья, на этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем удачи. Услышимся в следующих сериях. Всего хорошего!